В Десногорске, как и в других атомных городах, реализуются проекты госкорпорации «Росатом». Они направлены на улучшение в образовании, в медицине, в культуре. Все, что связано с развитием талантов наших детей. Это и школа «Росатом», и бережливая поликлиника. Территория культуры, слава Созидателям, гражданин страны «Росатом» и другие. Объединив все социальные проекты, которые сейчас стартовали в единую систему, значит, мы провели мониторинг и в целях повышения эффективности управления по этим проектам. Это все вылилось в программу «Росатом вместе». Программа стартовала в 20 атомных городах на территории Российской Федерации. В том числе в данной программе участвует в Десногорск. Суть в том, чтобы мы все вместе проявили активность в 4 конкурсах. Потому что там довольно-таки большое количество. Мы для себя вот определили те 4 конкурса, которые, в принципе, ну, реально мы можем как бы заявиться, и у нас будет шанс, ну, надеюсь, как говорится, да, победить. Первый конкурс социальных проектов предлагает, значит, выбрать те, которые вы считаете самыми значимыми, наиболее эффективными для Десногорска. Чтобы выразить свою точку зрения, значит, необходимо зайти на сайт администрации и проголосовать, то есть сделать свой выбор по тому или иному проекту, потому что общественное мнение, оно в любом случае должно учитываться, и мы должны понимать, что те проекты, которые у нас стартовали на территории, они, ну, должны быть осуществимы, не просто как бы там положить их на бумагу и про них, соответственно, забыть. Да? Вот. В сентябре текущего года между атомными городами, которые соревнуются вот в этом проекте, пройдет мечник «Росатома» на лучшую организацию в этом вопросе. Будет много событий, мероприятий и акций. Поэтому необходимо везде участвовать, предлагать свои идеи. Итогом всех конкурсов станет фильм как раз об участии в проекте и презентации городов. Финальное событие состоится в декабре в Москве. Победитель получит грант на общую сумму 10 миллионов рублей. Все вот эти средства, победитель, кто, соответственно, выиграет, они пойдут на как раз реализацию социальных проектов, и в том числе на реализацию тех проектов, которые реализуются на территории наших городов. Дорогие десногорцы, давайте все вместе поборемся за грант, который сможем вложить в развитие города. Объединимся в единую команду, настроимся на победу, достойно представим Десногорск, один из лучших городов не только на Смоленщине, но и всей страны «Росатом». От совместной работы администрации и жителей зависит успех. Сила в единении. В этом мы не раз убеждались, когда вместе выходили на экологические субботники, шествовали в праздничной колонне на День города, в торжественном бессмертном полку на День Победы. Когда мы выбирали проекты для благоустройства по программе «Любимый город», «Комфортная среда», мы вместе –